Случай беспрецедентный, говорят специалисты. Вода в Лени начала уходить с конца июля и сразу поставила под сомнение выполнение планов предприятий, занятых в навигации. По этой причине ряд судовладельцев прекратили вообще судоходство, поставили суда в пункты планового отстоя. Мы же некоторыми составами продолжаем работу. Между тем, навигацию официально закрыли. В Ленском речном порту разгружаются последние суда. Для сезонных бригад стропольщиков, докеров-механизаторов и крановщиков лето прошло в простоях. Не от смены к смене, а от судна к судну. Разрыв смен получался у коллектива. Это в первую очередь. Флота нету, отпускали всех в выходные. Флот появлялся, начинали разгружать. Вот это действительно было, вызывало большие неудобства. План не выполнили. Не довезли и не разгрузили почти 40 тысяч тонн. Заключительные суда шли с минимальной загрузкой. Не более 200 тонн на составе. С большей лимитирующие перекаты не преодолеть. На отдельных уровень воды опустился ниже 1 метра. Часть флота сразу вывели на досрочную зимовку. Те суда, которые сегодня еще в пути, в речном порту примут и разгрузят. Но они не внесут кардинальных изменений в итоговые цифры. Груз, который остался в Ускуте, будет ожидать дальнейших решений. Часть его все же поедет автотранспортом, от остального просто откажутся, перепродадут. Но в каком процентном соотношении, пока неизвестно. Олеся Васева, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».